Всем привет! Давно хотел провести тест видеокамера против беззеркалки. Видеокамера, думаю, все примерно представляют, что такое беззеркалка. Это размерами вот такими вот. Причем это еще довольно большой объектив, есть объективы меньше. То есть получается, что размеры беззеркалки весьма малы, вес чуть больше 300 грамм вот этого вот комплекта. Снимает она очень неплохо. Итак, сегодня будет тест видеорежимов беззеркалка против видеокамеры. Тестировать будем в нескольких режимах. Первый – это скорость автоматической фокусировки. Съемка в условиях плохого освещения. Тут беззеркалка должна выиграть, потому что у нее в разы большая матрица. Но посмотрим на видео. Резкость видео. Мы будем ставить коробку по центру примерно наших аппаратов. И при увеличении будем смотреть, где лучше можно прочитать что-либо. Тестовое видео вы видели, теперь сами можете сделать вывод, что лучше снимает видео, видеокамера или беззеркалка. Хотя видеокамера все-таки для каких-то ответственных моментов лучше и надежнее, это бесспорно. Но как вторая камера или как пойти и в путешествии что-то снять, она незаменима из-за своих размеров.